Более 25 500 россиян в этом году совершат хадж. Дагестан традиционно первый по количеству граждан, которые отправятся в паломничество. У региона 10 тысяч квот. Как правильно подготовиться к поездке по святым местам, чтобы она состоялась без неприятных сюрпризов, выяснили наши корреспонденты. Абдурахим Билалов Даганай расскажет подробности. В этом году впервые в паломничество отправится семья Раджабовых. Из их близких людей уже все выполнили 5-й столб ислама. Этой возможности долгое время ждал и Исрафиль со своей супругой. Как правило, готовясь к этой поездке, у верующих должна быть только одна цель – исполнить долг мусульманина. И поэтому не стоит брать с собой что-то лишнее. Как делится глава семейства, существенные припасы для хаджа – это не то, что упаковывается в чемодан, а то, что возьмете с собой в вашем сердце. Каждый мусульманин мечтает попасть на священные места и совершить 5-й столб ислама. К большому счастью, мне и моей супруге в этом году подарили эту возможность посетить эти священные места, за что я очень благодарен. И я считаю, что это самый большой подарок человеку, который может получить. Более 25 500 россиян в этом году совершат паломничество. Дагестан традиционно первый по количеству граждан, которые совершат хадж. Нашей республике предоставлено 10 тысяч квот и около 1500 дополнительных. Прежде чем мусульманин отправится в Саудовскую Аравию, необходимо пройти вакцинацию, а также запланировать время прибытия в аэропорт таким образом, чтобы не опоздать на рейс. Иначе они просто рискуют не посетить исламские святыни. Организация такого количества людей, выезда с Дагестана около 10 тысяч человек, требует определенной подготовки. И это у нас есть определенные инструкции, которые мы обязаны выполнять, в том числе и паломники. Сотрудники пограничной службы, в свою очередь, советуют паломникам еще раз проверить свои документы. По их словам, у путников часто возникают проблемы из-за какой-то ошибки в паспорте или из-за его повреждения. В практике, например, у нас бывает, что пассажир приходит не со своим документом, а документ сестры. Он просто берет из дома, не обращает внимания, что он берет чужой документ. Соответственно, человек уже с этим документом никуда не уедет. Также на моей практике было, что, например, ко мне заходит женщина, а в документе у нее мужской пол стоит. Это тоже техническая неисправность, на которую они, когда получают паспорта, они должны проверять свои данные. Еще одна важная составляющая часть паломничества – рассчитаться со всеми долгами. Такому человеку не дозволяется по канонам ислама выходить в путешествие, соответственно, и в хадж. Однако должник может попросить разрешения и согласия того человека, которому он должен вернуть долг. Но не стоит забывать и о судебных приставах, ведь они, в свою очередь, разрешат сесть в самолет только после того, как будет исполнено судебное решение. Иначе поездка будет отменена. Путешествие – это не из легких. Конечно, приготовили все документы, приготовили необходимые медикаменты в дорогу, небольшой запас пропитания на первые дни. Просто необъяснимое впечатление, то, что вот душа радуется. Дай Аллах, что всем, так же, как нам, всем выше позвал на этот хадж. Это радость не обязательно, конечно. Мы едем не первый раз, второй раз. Конечно, что первый, что второй, что третий раз, эта радость как бы меньше не бывает от этого. Ну, кто не был, всем желаю поехать, хотя бы раз в жизни. И, конечно, тревога, волнение есть. Все-таки первый раз посещаем святые места, как говорится, дом Аллаха. Конечно, чувствуются эмоции, волнение. Паломники будут отправляться в хадж группами из Махачкалинского аэропорта до 6 августа. Сам хадж длится 5 дней, но верующие, как правило, остаются в Саудовской Аравии на 2-3 недели. Путники должны посетить святые места, связанные с жизнью пророка Мухаммада. Есть и многие другие обряды. Кстати, специалисты здесь также советуют тщательно подготовиться, заранее начать много ходить, чтобы не уставать во время хаджа. Абдурахим Билалов Дагана, Саид Кутиев, Иван Паньков. Время новостей.